Так, сегодня, значит, 21 марта, продолжаем пикировать малину, крапивку. И хотел провести небольшой эксперимент. Вот смотрите, я, значит, один стакан набил, ну, одинаковым почвогрунтом. Один стакан мы, значит, сейчас распикируем корешки, обмакнем в порошок. Укоренитель, это я в Рому стаканчике, которого беру, брал, блин, не помню, как он называется. Второй, значит, тут ничего не будет. И третий стакан я полил икар. 20 мл развел на 10 литров воды. Икар это, сейчас покажу, как она выглядит. Вот такой вот. Посоветовали мне тут, не знаю, что это такое. Ну, сказали, укореняется намного лучше с ним, чем с чем-то другим. Ну, вот я решил проверить, знаете, как. Слушай, но проверяй. В общем, что, сейчас, значит, выковыриваем эти самые побеги. Можно с корешком взять, но для чистоты эксперимента мы возьмем без корешка. Значит, это у нас будет, обмакнем порошок. И посадим его. Так, порошок, да. Так, значит, вот этот мы, чтобы одинаковые примерно были, вот этот давайте возьмем. Этот мы ничего не делаем. Так, и вот, похоже, вот такой, ну, одинаковый примерно. Вот тут два, оказывается. А этот мы икар засунем. Ну и все, сейчас, значит, накрываем их стаканчиками и ставим на окошко. И наблюдаем за ними, как они себя поведут. Сейчас покажу, как накрываем. В общем, отрезали от стаканчика верхнюю кайму и стаканчиками вот так вот накрываем их и ставим на окошко в доме с подсветкой и наблюдаем. Вот так вот. Будем смотреть, как развивается корневая система. Через стаканчик, я думаю, будет все видно. Саженцы, в принципе, все одинаковые. Взяли. И посмотрим. Через там недельку-две покажу, что из этого получится.